Дорожно-транспортную обстановку, содержание территории и благоустройство оценили в микрорайоне Мортонград-Путилково. Сюда с комиссией прибыли представители администрации округа, компании-застройщика, рекоператора и местные управляющие компании. У нас идет большое количество обращений граждан в Добродели. Это и жалобы на наледь во дворах, и на работу рекоператора. Территория эта, как вы знаете, частично уже принята в муниципальную собственность, что касается уличной дорожной сети. Благоустройство и работа с управляющей компанией нас беспокоит. Мы увидели, что уличная дорожная сеть, которая принята нами, содержится в нормативе, но тем не менее есть куда стремиться. Мы тоже это показали нашему подрядчику. И самое главное, мы хотим снизить количество жалоб жителей. Одна из главных проблем микрорайона, где проживает более 25 тысяч человек, дефицит машиномест. Из-за стихийной парковки автомобили, которые вывозят мусор, едва ли могут проехать к контейнерным площадкам. Не говоря уже о том, что жители вынуждены оставлять личный транспорт на тротуарах и даже на газонах. Обязанность по оборудованию новых парковочных мест возложена на застройщика. Понимая всю сложность улично-дорожной ситуации, что мало машин и мест. В конце года мы открыли плоскостной паркинг на 226 мест и в декабре получили разрешение на строительство многоуровневого паркинга на 332 места. Где-то в течение года мы его построим. Дальше мы будем рассматривать возможность еще в районе многоуровневого паркинга увеличивать плоскостную парковку. К борьбе с брошенными, где попало, автомобилями планируют подключать и ГИБДД, когда появятся дополнительные парковочные места. Что касается благоустройства, то совместная работа администрации, застройщика и управляющей компании в этом направлении будет продолжена.